В двух крупных омских компаниях сегодня проходят обыски. Силовики проводят следственные действия в зданиях холдинговой компании «Акция» и «Омскгоргаз». На этих кадрах видно, что двери акционерного общества «Омскгоргаз» заблокированы бойцами СОБРа. Они выпускают сотрудников. Внутри происходит выемка документов. Как пишет издание «Коммерческая весть», уголовное дело связано с арендой газопроводов. Якобы деньги, потраченные на аренду, позже заложили в тариф на транспортировку газа для потребителей. Пока обыски в Следственном комитете официально не подтвердили, в полиции, на которую ссылаются журналисты, информацию также не подтвердили, но и не опровергли. Между тем, по мнению председателя Совета директоров «Акция» Сергея Калинина, обыски проводятся в целях политического давления на его компаньона, депутата Госдумы Андрея Галушко. Подготовка к выборам горсовета, выборы мэра. Вы в том же интервью, кажется, НГС-55, говорили, что это политическое давление на Андрея Ивановича Галушко. Это так? Да. Скажите, каким образом Андрей Иванович Галушко связан с выборами в горсовет? Никаким. Тогда каким образом это политическое давление может оказываться на депутата Государственной Думы? Мне больше нечего добавить. Холдинговая компания «Акция» – одна из крупнейших в области. По данным системы «Спарк», долями в уставном капитале владеет 2 человека. 40% принадлежит депутату ЗАГС Собрания Омской области Сергею Калинину, 60% – депутату Государственной Думы России Андрею Галушко. В денежном эквиваленте это 600 миллионов рублей. Деятельность компании разделена на несколько направлений. Один из важнейших – газовая отрасль. И через несколько фирм «Акция» связана с акционерным обществом «Омскгоргаз». Напомню, в нем сегодня также проходили обыски.